Всем привет, на связи Юшева, и думаю, по названию видео вы уже поняли, что это будет процесс создания моего фурсьюта. До записи процесса я уже сделала основу для основы и немного ее подправила. Спойлер, я ее буду исправлять еще очень-очень много раз. На прошлых основах, которые я делала, я использовала 2-сантиметровый поролон, но на этот раз я решила использовать 3-сантиметровый. Кстати говоря, персонаж, которого я делаю, уже был на моих артах, которые вы, скорее всего, могли видеть. Эта основа изначально задумывалась как волк, но потом я перерисовала еще раз и сделала дизайн под кимоно фурсьют. Также я планирую создавать еще другие основы, и на них я уже тоже нарисовала дизайн, но я не знаю, буду ли снимать процесс. Возможно, если вам понравится подобного рода видео, то я сделаю процесс создания и других моих фурсьютов. На прошлом фрагменте не записалось, как я вырезала эту мордочку, но здесь я уже ее сделала. Здесь я вымеряю щеки, смотрю, как это все будет выглядеть, ну и потом это все перевожу на поролон и вырезаю.
щеки я уже приклеила, поэтому начинаю их выравнивать. Естественно, мы не забываем про улыбку Фурсьюта. Изнутри я пытаюсь вымерить размер глаза, и потом уже я примерно намечаю, как будет выглядеть лобовая часть.
делаю то же самое, что и счетчиками. Приклеиваю и начинаю выравнивать. Также фурсюты нужно сделать уши, сверху будут большие, а внизу будут поменьше.
Потом я сделала ушком объем, и вот так вот получилось. Также я упоминала, что у фурфита будет 4 уха, поэтому я их тоже делаю. Я не знаю, почему я решила не добавлять объем, а просто вырезать внутреннюю часть уха, но пускай будет. Вот, наконец-то я доделала эту основу. В ходе процесса я переживала, что ничего не получится, но на удивление мне нравится. Напишите в комментарии, понравился ли вам такой формат видео, и не забывайте подписываться. До скорой встречи!